Добрый день, уважаемые зрители. Мы находимся на строительной площадке Совалмаш, где идет полным ходом возведение будущего ПКТБ. Сегодня с нами руководитель стройки Алексей Юрьевич, Артур Анатольевич, который является замом генерального директора по развитию Совалмаш. И после вышедшего ролика со строительной площадки, где мы демонстрировали бетонные работы, у многих наших комментаторов возник вопрос. Собственно, а какой вопрос, я попрошу озвучить Артура Анатольевича. Вопрос возник такой. Почему формирование арматурного каркаса идет при помощи сварочных работ? Обычно формирование каркаса идет при помощи проволоки, которая связывает арматуру. Так ли это на самом деле? И давайте разберемся поподробнее. На самом деле это так. Все работы, которые мы производим на стройплощадке, начиная от организации строительной площадки, и сейчас это работы по армированию фундаментов и бетонных работ по фундаментам, ведутся по согласованной и утвержденной проектной документации и рабочей документации. Контроль за всеми работами, которые ведутся на стройплощадке, осуществляется силами технического заказчика в лице Технополиса Москва и инспекции государственного строительного надзора. Конкретно, что мы говорим о арматурных каркасах, наши строительные нормы и правила говорят о следующем. Эти каркасы можно выполнять способом вязки вязальной проволокой, либо способом сварки. Но для способа сварки нужно применять исключительно арматуру А500С. Буковка S означает, что эта арматура предназначена для свариваемой. Такой вопрос, а как мы можем убедиться в том, что используется именно арматура этого класса? Вся арматура, которая пришла сюда на стройплощадку, она имеет, каждая машина, каждая партия имеет свой сертификат от поставщика, в котором содержатся все ее химические параметры, все ее стандартные параметры. Эта арматура А500С в своем химическом составе имеет компоненты, которые предотвращают появление микротрещин в сварном шве. И поэтому все это допускается, все это нормально. А все же в нашем конкретном случае лучше использовать именно метод сварки или же альтернативные варианты? Абсолютно без разницы. Абсолютно без разницы. Все эти решения принимает проектировщик. То есть фактически на данный момент все работы происходят в соответствии, в строгом соответствии с рабочей документацией. С рабочей документацией, выданной в производство работ, да. И есть еще мнение, что при перепадах температуры, под минусовой температуры, может произойти разрыв сварочного шва. Это так или нет? Непосредственно уже в теле бетона. Я вам могу сказать, что все вот эти операции для свариваемого каркаса, они нужны только для того, чтобы удержать каркас в проектном положении до схватывания бетона. Когда бетон уже сработал, никакие сварочные швы уже не работают. Понятно. Тогда попросим вас пояснить поподробнее, что же происходит на заднем плане. На заднем плане сейчас, позавчера мы отлили первый бетон под бетонку, вы, наверное, это видели. И сейчас происходит прогрев уже залитого бетона. Ждем, проверяем ежедневно прочность бетона, температуру бетона. Готовимся к поднятию дальше следующих этажей фундамента. Отлично. Могли бы мы хотя бы частично ознакомиться с пакетом документации, с которой вам приходится постоянно работать для осуществления всех этих работ и контроля над материалами и так далее? Пожалуйста, та, что документация необходима на месте работы, она находится вот здесь. Это уже конкретные рабочие чертежи с размерами, со всем хозяйством. То, что альбомчики у нас лежат в офисе, пожалуйста, можем пройти посмотреть. Предлагаю это и сделать. Пожалуйста. Мы переместились в офисное помещение, и, насколько я понимаю, перед вами лежит как раз-таки та рабочая документация, на которую вы ориентируетесь в ходе работ. Совершенно верно. Вот этот альбомчик называется «Каждая конструктивная железобетонная конструкция ниже отметки нуля». То есть то, о чем мы сейчас говорим. Согласованные в производство работ, согласованные, утвержденные заказчиком. Вот это первый лист. Это план фундаментов всего здания, с расположением по осям и так далее.
примечании к общим данным четко и ясно написано. Армирование фундаментов выполняется сварным пространственным каркасами и сварными сетками плоскими. Это видно. Это видно. Эти сетки находятся... Вот это есть, вот эта сеточка. Это мы сейчас показываем отдельно стоящий фундамент. Это вот он. Он состоит из бетонной подготовки марки B7,5 и самого тела фундамента B25. Внизу у нас лежит сеточка горизонтальная и вертикально расположенный каркас тоже сеткой. Вот чертежи этих сеточек. Это вертикальная сеточка, это горизонтальная сеточка. И что указано здесь, что указано в этих проектах на сетку? Это есть арматура, то, что мы говорили, проток 16А500С. А500С. Сертификат на эту арматуру А500С. Он называется прокат арматурный свариваемый периодического профиля. Соответствует ГОСТу, вот такому ГОСТу. Вот это выдержка из этого ГОСТа. Прокат класса А500С гарантируется как свариваемый. Я думаю, что вопросов больше не должно быть. Спасибо, Галя. Исчерпывающий ответ. Я думаю, каждый смотрящий получил то, что хотел. Пожалуйста. Спасибо большое.